Всем привет, друзья! Вы на канале Ушасти Кидс. Помните, Наташа у нас выиграла в прошлом соревновании. А вчера Катя, буквально. А Катя злится, потому что я звезда, а она не звезда. Ну не злись, а Катя. Ты злишься, потому что я звезда. Ты не звезда, но не злись. Ребята, как вы думаете, Наташа сможет сегодня выиграть или нет? Давай опять на золото посоревнуемся. А то я привыкла, что все время выигрываю. Тут ты такая выиграла, хоп, натренировалась, да? Да, да, и сегодня еще выиграю. Да? И ты будешь на меня злиться, злиться. Смотри, буду играть против тебя ведьмой Анжелой. Эй, я хотела ведьмой играть. Ну все, я ведьма Анжела. Так, хорошо. Мне что-то понравилось. Кто будет против ведьмы Анжелы? Кстати, ребята, смотрели вчерашнюю серию? Если нет, посмотрите обязательно. А, кстати, новая серия на канале Ушасти Кидс вас будет ждать во вторник в 5 часов вечера. Кем играешь там? Космический, давай, космический. Это у тебя земная ведьма, а у меня космический ведьма. Маг. Yes, yes, кричит Том. Но не злись, не злись. Потому что я звезда, а ты не звезда, но ты не злись. Так, ну что, побежали на золото? Все, побежали. О, космический Том, а я звезда, да? Да. Ой, надо телепортироваться, мне кажется, у меня сложная локация. Давай, и ты тоже? Да. Ну, побежали, побежали собирать золото. Смотри, какой у меня классный видненький самолет с сиреневыми крыльями. И я полетела наверх за золотом. Мои хорошие, не забывайте подписываться на канал. Я не прыгнула. Ушасти Кидс, давайте насобираем на канале 1 миллион подписчиков. Два. Два, не меньше двух. Ну, давай два уже к следующей зиме. До Нового года не успеем. Я никогда не устанавливала рамки, соберемся два к этой весне. Ну, я не буду против. Слушай, было бы классно за декабрь как раз до миллиона подписчиков дать, но это будет, наверное, очень сложно. Знаешь, что там сложно? Ой-ой-ой. Просто взять и набрать 2 миллиона подписчиков. Ой, Анжела ж ногу отбила, она говорит, вау, это же сложно. Ребята, а сегодня вас ждут приветики. Приветы будут в конце ролика. Хотите тоже получить привет от канала Ушасти Кидс? Кто хочет, напишите-ка в комментариях, как вас зовут. И я в порядке очереди передам для вас приветы вместе с Наташей. Как у тебя дела там? Ты звезда, я не звезда? Я космический Том, да, я звезда. А ты злишься, потому что я выигрываю. Ты злишься, потому что я выигрываю. Ну не злишься, не злишься. Вы смотрели этот прикол с лошадкой? Не злись, не злись. А ты смотрела этот прикол? Да. Ничего себе! Ты вообще любишь лошадей? Да, я даже каталась на лошадке. Да, я даже каталась на лошадке. А я вот не каталась. Не каталась никогда? Ничего, у тебя еще все впереди. Эх! Так, я что-то золото пропустила, у меня пока молчу. У меня сложная локация. И какая? Сану. Острова Хэнка. Реально очень сложные. Ну что идти? А то ты тоже уже вышла. А как классно. Снег идет. Как же я люблю зиму. А я где-то. Мы с космическим домом. Сейчас сделаем тут красиво. Берем все золото. Пойдем в следующую локацию. Знаешь, что хотела спросить у ребят? Угу. Ребят, вы всегда смотрите по выходным канал Ушасти Кидс? Или вам нравится больше смотреть рабочие дни? Получается по выходным смотреть у вас? Напишите в комментариях, смотрите или нет. А я потом почитаю вместе с Наташей, что вы там написали. У меня, кстати, 760 сливков. О, что? Мамка, ты что, не злишься, не злишься? Ты что, теперь все время будешь выигрывать? Ребята, я думаю, вам стало интереснее. И я еще упала перед лавой. Не сгорела в лаве. Сгорела перед Анжелу перед лавой. Так, ой, смотри, я теперь ее сожгла. Все, надо собраться. И возьмем все, что то, что убежает. Вперед. До конца соревнований у нас еще где-то. Ой, это надо все. На соревнования напряженные. Я прям сильно напряглась. Напишите, как комментарии снова Катя. Я звезда, ты не звезда, я могу не слышать. Я звезда, потому что я звезда. Так, мы сейчас с тобой тоже.
сегодняшней игры. Неужели она нас обыграет сегодня? Что происходит? Ага. Да, ребят, ну что-то не так. Потому что я звезда. Я постоянно стала врезаться. Раньше я вообще один раз за игру проигрывала. Потому что мы с тобой все время болтаем. Я отвлекаюсь, не собираю золото. У меня, кстати, уже 1600 золота. Скорее, Анжела, я боюсь, что сейчас Анжела опять сгорит в лаве. Мария, ты же сама, я хочу думать, мне кажется, это. Ты же знаешь, что это секрет? По-моему, я ни разу не была в локациях, где вот эти конфеты. Ну, ты, короче, елки зимние, да, почему они не попадают? Я не понимаю. Потому что... Это локация только для тебя? Ребята, у вас все локации попадаются? Напишите, все хорошо? И давно не катался на этом городе. Почему у меня эта лава? Я все время в ней горю. Догнала тебя? А, и я врезалась на тебя. Кто кого обогнал? У нас с тобой 2 минуты. Мы начинаем юничать. 2 минутки у нас с тобой осталось. За эти 2 минутки решишься, что же. Смогу ли я тебя догнать? Что происходит? Где ты научилась так играть? Ты послушала меня и тренировалась в кулак. Познавайся. Немножко волшебства нам Зоя,
Вадим и Роман Каменецких получают. Также вам большой приветик, друзья. Вася Спиридонов получает у нас привет. Иосиф и Артем Готлиб. Вера Пудлой, песик Арчи и целый второй класс школы номер 51. Это интересно, что какого города? Да, город мы указали. Напишите, какой это город. Постоянно нам пишут, откуда ты. Напишите, ребята, откуда вы вообще. Да, нам очень интересно. Мы знаем, откуда мы, да? Говорим, нет? Курска, да, мы знаем, мы из Курска. Это не тайна, не тайна. Не тайна, да? Хорошо. Мало ли. Элла, Кира. А вы знаете, где находится Курск? Вы знаете, где находится Курск? Ну, даже не так, если есть Курск. Есть ребята, вот сегодня посмотрите в Курск. Мы пишем. Да, вот я уже продолжу. Просто мне муж прислал, что ты перебилась. Потому что я звезда. А как они? Элла, Кира и Ратмир, получается, Люси и Магдалене, да. Мия, Агния и Питер Миронов, получается, привет. Ира, Люба, Витя, Лида и Рая Кравцова, а также кошка Энди и ее котятки. Саша, Никита и Амелия Чернышова, вам также сегодня большой приветик. Андрей и Маша Герасимова, Ульяна Овчинникова, Женя Тартанов, Иосифа и Лейла Епусенко, Люба, Ира, Витя, Лида, Кравцова. Приветик вам, друзья. Это много приветов у нас сегодня, да? Дарья, Кира Золотова, да, Вова и Соня Поляковы, Валера Телерчук, Элла Буткина и Руслан. Руслан Янборисов со своей собачкой Седи и котиком Вася. Приветик. Ева Школьна, Тензио Даниэла, Аня Дедов, Руслан, а также Маша Ротова и Витя Панкратов. Зоя Ткаченко и Зубенцова ловит привет. Ксюша Хокина и Исаак Гордеева, Ваня Дворкин, Ира Барыгина, Дарья и Кира Золотова привет получают. Иосиф, а также Настя Лихачева и ее котик Сол. Друзья, вот такие приветики для вас сегодня. Обязательно подпишитесь на канал Ушарьте Кит, чтобы проверить, кто вы видит или стрематься на видео. Как вы думаете, кто будет в следующей серии? Ну а мы вас всех ждем во вторник 17:00. Попахивайте с детективом, да? Всем пока-пока. Пока, ребята.